нас на юге основные, получается, культуры, которые нам дают деньги, это зерновые, это подсолнечник. Ну, может быть, у кого-то еще есть специализация, да, там в виде сахарной свеклы, там, может быть, еще каких-то культур, там, на семеноводство и так далее. И вопрос самый главный. Вот это правильно. То есть пока подсолнечник, зерновые дают самую лучшую рентабельность, самую лучшую маржинальность, несмотря ни на какие, получается, вопросы, связанные с погодными условиями, мы все равно эту культуру будем продолжать сеять. Добрый день, участники нашего такого представительного экспертного совета. Мне сегодня придется говорить о болезнях, и так как ясно, что совместными усилиями мы решили, что никто подсолнечник не будет уменьшать ни площадей, не менять никакую структуру, и все эти факторы, которые связаны с тем, что у нас все-таки перенасыщение подсолнечника в крае есть, и ну и вообще на юге России, естественно, это приводит к тому, что разнообразные микроорганизмы с удовольствием живут и питаются на подсолнечнике, но, естественно, являются конкурентами получения урожая. А о некоторых мы с вами и поговорим. Значит, на подсолнечнике ежегодно встречается более 30 видов патогенов, которые в основном доминируют, среди которых грибные патогены. Вот из таблицы видно, что практически все органы подвержены заражению, однако есть такие виды, которые поражают только один орган, есть, которые встречаются на всех органах. Это никак не говорит о их вредоносности. Вредоносность может быть и при малом количестве поражаемых органов. Разный цвет в таблице говорит об их происхождении. Это все виды, имеющие различное происхождение. Это значит, что у них разная требовательность. Требовательность, в первую очередь, к окружающей среде. Но надо сказать, что любые технологии возделывания подсолнечника никак не исключают саму культуру от того, что видовой состав, допустим, какой-то другой, или меньше заболевают. Мы проводили исследования и на масличном подсолнечнике, и на кондитерских подсолнечниках при разных технологиях возделывания. И последние 10 лет позволили сделать вот такое обобщение, что ядро патогенного комплекса грибов на юге России представлено в основном несколькими патогенами. Количество этих патогенов, их экономическая значимость напрямую зависит от погодных условий. Ну, я не считаю, конечно, устойчивости гибрида, технологии возделывания, но если мы говорим о влиянии погодных условий, то годы, допустим, жаркие, сухие – это один набор патогенов, годы влажные, теплые – это другой набор патогенов. Среди болезней можно рассматривать их вредоносность в обычные годы, когда нет вспышки в развитии болезни, и можно рассматривать в годы, когда вспышки. Если мы рассматриваем, то выделяются здесь пепельная гниль макрофамина, ризопус на подсолнечнике, в отдельные годы, когда есть фомопсис. Среди пятнистостей это альтернария и эмбелизия. Если отдельно рассмотреть органы, которые можно оценить, посмотрите, пожалуйста, здесь мы рассмотрим поражение листового аппарата. Среди пятнистостей, которые, ну, сопутствующие, это альтернария и эмбелизия, огромную долю, конечно, занимает эмбелизия. Возобновилось развитие ржавчины. Или она вообще не развивается. Если она развивается, то вот ущербность такая треть урожая может нести. Ну и, конечно, во влажные годы это фомопсис. Если рассмотреть поражение семянок, то доминирует на семянках это альтернариозная инфекция и ризопусная инфекция. Если рассмотреть поражение отдельно стеблевой и корневой системы, это будут, конечно, пепельные гнили в первую очередь и белые гнили. По данным ВНИИМКа проведены были испытания по определению вредоносности и потери. И вот мы видим, что по сравнению с контролем идет изменение, увеличение показателей лужистости, идет, посмотрите, потеря масличности, независимо от патогена. То есть любой патоген, который развивается у нас на растениях, в той или иной степени может нанести определенный ущерб. Следующее.
Ну и сейчас мы рассмотрим болезни, которые непосредственно в этом году имели значение. Милдью – это заболевание, которое встречается всегда, особенно при насыщенности, перенасыщенности сивоборота и, ну, так сказать, несоблюдение сивоборота. Заболевание имеет несколько форм поражения, я напомню. Вот такая форма поражения диффузная, никак не контролируется в период вегетации. Это заражение на всходах. И обычно мы всходы контролируем протравливанием, опроном. При этом, вот я хотела показать вам такой пример. Вот этот участок, это растения, которые прекрасно сформировали всходы, и всходы были не заражены. Затем продолжительные осадки в течение месяца мая привели к тому, что заболевание начало развиваться, так как протравитель уже прекратил свое воздействие. И мы видим вот такие вот диффузные формы проявления. Это такое же заражение, только заражение здесь гораздо слабее. При такой форме тоже ничего контролировать в период вегетации нельзя. Но если такие растения к фазе, допустим, цветения начинают уже засыхать и погибать, оставляясь точно как источник инфекции, то вот такие растения продолжают развиваться дальше, но потери урожая колоссальные. Вот на этом поле оставили один пролет для того, чтобы четко убедиться, что не стоит никогда 3 года подсолнечник по подсолнечнику сеять. 6 центнеров здесь урожайность была. Вот здесь показаны различные формы, посмотрите, проявления, опять же, милдью. Вот вторичное заражение. Обычно у нас встречаются такие вопросы, сомнения, надо ли не надо работать, защищать по вторичному заражению подсолнечник. Дело в том, что если подсолнечник попадает при вторичном заражении в условия, ну, прогнозируемой высокой температуры, то эта обработка ничего не даст. Потому что повышение температуры до 30 градусов в течение хотя бы недели периодическое и так будет губительно влиять на развитие патогена. Отсутствие капли воды хотя бы в течение 3 дней тоже будет, ну, губительно влиять на развитие патогена. Следующее – это у нас белая гниль. Ну, есть хозяйства, которые давно ушли от белой гнили, а есть хозяйства, которые встречаются ежегодно. Развитие белой гнили провоцируется у нас обильными осадками. Обильные осадки июля месяца в этом году спровоцировали развитие белой гнили на очень многих полях. Уже фазу желтой корзинки мы видим вот такие вот корневые формы. На что хотелось бы обратить внимание? Вот если у нас склероции, которые формируются, а склероции – это форма сохранения, они сохраняют жизнеспособность до 8 лет, и если они, сохраняясь на поверхности растений, на поверхности почвы, перезимовали такую теплую зиму, они будут прорастать мицелием, вот таким мицелием, из которого они сформировались. И вот такая форма сохранения, она и будет обеспечивать корневую форму проявления. Если же у нас на сохраненных растительных остатках и на склероциях, это бывает в годы с более суровой зимой, формируются апотеции, плодовые тела, из этих плодовых тел вылетают сумка споры, разлетаются потоками воздуха, поднимается, и тогда у нас уже формируется вот такая стеблевая форма, а в дальнейшем и корзиночная. При поражении корзинки на первых этапах вот, онтогенеза мокрое такое вдавленное пятно никак не поможет определить, диагностировать, что это белая гниль. Все гнили на корзинках начинаются одинаковые. Это с тыльной стороны такое пятно. В дальнейшем развитие болезни белой гнили может выделяться тем, что дает вот такие вот оставшиеся проводящие сосуды, потому что вся остальная ткань сгнивает. И как и у всех пораженных органов, посмотрите, пожалуйста, сохраняется вот такая вот зональность. Вот это диагностический признак, который помогает белую гниль нам, собственно, диагностировать и выделить среди других болезней стебля. Вот, а мы возвращаемся к корзинке, и на корзинке видим, что появление вот таких склероциев – это не совсем характерная форма для юга России, потому что я уже сказала, что чаще всего у нас теплая зима, которая провоцирует именно прорастание склероциев, которые находятся на поверхности почвы.
Но теперь заболевание, которое у нас некогда в прошлом столетии развивалось очень, так как я помню все, что было в прошлом столетии еще, да, то были 90-е годы, когда были вспышки ржавчины, потом постепенно грипп в депрессии находился, во всяком случае, на юге России, это Волгоградская область, там Саратовская, вот они страдали от ржавчины. Ну, последние несколько лет во многих хозяйствах заявляют о том, что появилась ржавчина. Ржавчина подсолнечника. Я позволю себе немножечко таких вот как бы отклонений. Это не тот патоген, который развивается на пшенице. Это совершенно узкоспециализированный патоген, который может поражать в природе всего два растения. Это подсолнечник и сорняк-дурничник. Параллельно все стадии проходят на этих двух растениях, и они являются как бы источниками инфекции друг для друга. В цикле развития грипп имеет несколько стадий развития, которые начинаться могут уже с семидольных листьев. Но мы не всегда на посевах можем видеть вот такое поражение семидолей. Оно может проявляться даже, допустим, оно может вообще на подсолнечнике не пройти, пройти только на дурничнике. А увидим мы уже в более поздний период. Все эти стадии имеют свое название и свое обозначение. Это общепринятое международное обозначение. Значит, нулевая и первая стадия – это спермогония. Они могут формироваться на ранних этапе. Могут, допустим, до 5-6 листьев даже подниматься. Когда они появляются, не, конечно, мы по этой стадии не работаем. Это работать по чистой земле. Но это уже сигнал к тому, что надо внимательно на это поле заходить, мониторить его и смотреть, что дальше будет. А дальше появится вот эта стадия. Значит, она отличается массовым появлением пустул. В этой стадии мы проводим защитные мероприятия. Эта стадия вредоносная, потому что она за сезон может образовывать несколько генераций. Все эти споры, в отличие от предыдущих, очень легко разлетаются, могут переноситься на большие расстояния. И эти расстояния, вот в отличие, это будут в пределах, допустим, одного поля, может быть, одного хозяйства, это могут регионы быть различные. Поэтому вопрос, откуда взялась ржавчина, можно сразу ответить, это могла быть ваша ржавчина, которые были растительные остатки, это могла быть ржавчина, которая прилетела из другого региона. Появление вот черных пустул уже говорит о том, что цикл развития закончился, никаких защитных мероприятий проводить уже не надо и бесполезно, потому что грипп переходит в форму, в которой он будет сохраняться. И сохраняться он будет на растительных остатках. И после периода покоя, после зимы, на вот этих всех черных спорах, они очень плотно держатся в пораженных участках и в черешках, и вот в корзинках, и на стеблях, и на листьях, которые являются излюбленным питанием. Эти споры будут прорастать и вызывать вот это заражение. Но это будет уже весной следующего года. Поэтому все растительные остатки, которые находились на полях, они при любой температуре, зимней, нижней, они не будут снижать инфекционного запаса. Он будет такой же, как он был с осени. И вот они будут обеспечивать первичное заражение на конкретном поле. И опять все пойдет заново. Следующее заболевание, которое для нашего края среди гнилей корзиночек имеет первостепенное значение. Если, допустим, сухая такая погода складывается, жаркая, когда температура за 35 переваливает, это самые благоприятные условия для развития сухой ризоопусной гнили. Ну вот такое же пятно с тыльной стороны, как и у белой. Заболевание имеет очень высокую агрессивность, быстро проходит по черешку и корзинка засыхает. При заражении вот с верхней стороны мицелий проникает через паренхиму, вот он здесь серый виден хорошо, такой ватный, и попадает на семянки. Таким образом, все семянки как бы пронизываются этим мицелием. В диагностике, вот визуально, его можно перепутать с серой гнилью, но для серой гнили характерны очень холодные, прохладные условия. Дождь и холод. А для этой гнили характерны именно вот такие вот жаркие периоды. Но однажды зараженная, даже если температура у нас понизится или не будет, или пойдут дожди, это не будет никак влиять на то, что заболевание, допустим, приостановится в развитии. В данном случае патоген продолжает развиваться, и даже когда мы провели уже уборку семени на семени, задержка с уборкой приводит к тому, что
площадь вот заражения становится очень большая. И как и все гнили, сухая ризопусная гниль, основная вредоносность – это влияние на кислотное число. Изменение кислотного числа может быть как бы продолжаться, если мы задерживаем с уборкой. Увеличиваться, точнее сказать, а не продолжаться, извините. Вот в фитоэкспертизе семенного материала, это семена, собранные с корзинок, очень видно много разнообразия грибов. Это вот аспергилы, там и пенициллы, и ризопусы. Ризопусная гниль дает размягчение ткани. И всегда в диагностике очень легко определяется, если вы возьмете лупу, вы увидите, что вся поверхность шляпки покрыта вот такими вот шариками, головками, которые будут говорить, что это ризопус. Но необходимо сказать об альтернариозе. Альтернариоз – это сопутствующее заболевание, имеет очень широкий диапазон развития, допустим, от 5 до 30 градусов. Даже еще подсолнечника нет, а патоген начинает развиваться. Среди патогенов альтернарии есть два вида. Есть один вид, который является полифагом, то есть встречается кроме подсолнечника на многих других культурах. Он относится к группе мелкоспоровых. Вот он дает такие штрихи по стеблю. Пятна, которые можно перепутать с любой другой пятнистостью, если точную диагностику не провести. Но самая вот форма поражения лепестков. Это не гнилые лепестки, если вы будете их смотреть, там, допустим, и щупать, они будут совершенно сухие. То есть это усыхание. И потом развитие вот такого обильного темно-оливкового спороношения. Вот с корзинки попадает на семянки, и самое страшное поражение, вот посмотрите, семянки все. Для гибридов это, конечно, не имеет значения, если мы не используем как семенной материал, но это имеет значение, когда эти семянки остаются на почве и являются источником инфекции для заражения следующего подсолнечника. Жизнеспособность их очень продолжительная, потому что они могут подпитываться на других растениях. И в период во февральских окон, когда температура за 5 переходит, на всех растительных остатках происходит вспышка накопления инфекции, то есть количество инфекций увеличивается в разы. Для сортов очень важно поражение альтернарии на семенах в случае заражения вот кочки, кончика корня. При заражении кончика корня центральный корень не образуется, идет вот такое мочковатое увеличение, и посевы, нормально развитые, хорошие посевы с большими корзинками, при отсутствии вот таких основных корней, это бывает точно так, как на подошву корень попадает, могут полегать, и корзинки остаются ниже уровня среза. Есть у нас еще другая альтернария, которая отнесена к альтернарии благодаря тому, что вот последние годы возможность ПЦР-анализов, определения генов позволила этот гриб, который раньше у нас назывался эмбелизия, отнести в группе альтернарии. Поэтому такая вот какая-то путаница встречается. Кто-то говорит эмбелизия, кто-то альтернария. То есть есть биологические, так говорится, разности, а есть морфологические. Морфологический он немножко отличается тем, что дает вот такие вот большие штриховатые пятна, которые идут по черешку, иногда можно перепутать вот с борным голоданием. Но при борном голодании этот участок просто засыхает, а при поражении эмбелизии дает обильное спороношение. Вот это как раз спороношение, это поражение сорта, это, допустим, был июнь месяц, вот это одно поле зрения. В одном поле зрения образуется такое огромное количество конидий. Это позволяет распространяться заболевание очень интенсивно по полю. Образуется вокруг черешков, место прикрепления черешков, вот такие вот огромные пятна. Пятна расползаются, растут и вверх, и вниз. Очень легко перепутать с заболеванием, которое называется фомоз. И то, и другое дает вот такое вот сливание пятен. Пятна сливаются, может практически вот такой стебель быть черный. При разрезе паренхима внутри темнеет и приобретает такой тоже пепельный цвет. Сохраняется на растительных остатках подсолнечника и является опасным только для подсолнечника. Если говорить вот о Кубани, то среди всех пятнистостей, которые присутствуют, вот эмбелизия – это доминирующая. Учитывая то, что она поражает только подсолнечник, и растительные остатки все являются источником для подсолнечника, в отличие от той альтернарии, которая широко специализирована, с ней просто легче бороться, если она есть. Нам, как агрономам, если там видим хоть альтернарию,
Амунарию, хоть и Эмбелизию, да, да. Решение, в принципе, решение одинаковое. Одинаковое. Решение одинаковое, тем более, что одинаковые вот условия развития. Следующее. Ну и, конечно, пепельная гниль. Пепельная гниль – это заболевание, я считаю, для годов, ну, таких жарких, сухих, заболевание номер один. Во-первых, потому что оно мешает нам эффективно провести обработки защитные. Если вы работаете на поле против любых болезней, корзиночных, там, листовых, и большой процент пепельной гнили, то ожидать эффективности высоко не следует, потому что эти растения никак не оживить, они стоят засохшие. Гриб попадает через корень. Факторы, способствующие быстрому заражению, это, конечно, недостаток влаги в момент, когда всходы проявляются. От момента заражения до появления первых симптомов проходит обычно более 40 дней. Поэтому мы можем не видеть, что растение у нас больное. Ну а в момент наибольшего влагопотребления, когда цветение, там налив идет, мы видим уже начало усыхания. Начинает усыхать снизу, может появляться выше. Корзинка не заражена, она просто высохла. И поэтому в ней большая такая пустая центральная часть, центр корзинки, она не налитая, и она является местом, куда поселяется огромное количество сапротрофных грибов, которые потом будут в общей массе влиять на заспоренность и зараженность семенного материала. Если в диагностике мы хотим четко и правильно понять, надо разрезать вот это основание стебля здесь и посмотреть внутреннюю часть. Внутренняя часть может быть полностью разрушена, может быть просто начало разрушения, но в любом степени поражения увидите огромное количество мелких черненьких точечек. Это склероции, вот они здесь показаны. Это, правда, показано на рапсе, вот стебельки такие тоненькие. Ну, необходимо сказать, что кроме того, что это полифаг, практически все двудольники, все в обороте поражаются. И в годы жаркие, сухие накопление инфекции идет и на рапсе, и на сое, и на картофеле, и на кукурузе. То есть это растения, которые все в обороте могут перезаражаться. Даже когда растительные остатки разложатся, погибнут, микросклерозы до 4-5 лет в почве сохраняются. Гриб попадает, я еще раз напомню, в растения в условии стресса. Может заражение сопровождаться одновременно еще и с фузариозной инфекцией, еще и с вертицеллезной инфекцией. То есть одновременно это вот критерии развития погодные практически одни. Недостаток влаги. И грибы, которые находятся в почве, с током воды попадают через корневые волоски. Следующее. Буквально два слова хотел добавить. Коллеги, прошлые два года все в обороте вы начали увеличивать, особенно Ставрополь, Краснодар, количество рапса. Посмотрите на структуру севоборота, если у вас попадает рапс, озимое, подсолнечник. В этих условиях вы просто, может быть, не идентифицируете до конца, но будете приходить во время уборки, и вам будет просто казаться, что не хватило влаги, подсолнечник сгорел. А на самом деле вопрос именно в пепельной гнили. То есть желательно прогнать эту структуру севоборота еще какой-нибудь культурой. Лен, горох, то есть что у вас дает, соответственно. Потому что решения фунгицидного против данного заболевания его нету. Да? То есть его нужно решать самым дешевым способом. Это севоборот. Спасибо. Ваня, еще хотела сказать. Вот когда мы говорим о пепельной гнили, о рапсе и о других культурах, необходимо, наверное, тоже знать, что мы не всегда ее видим. Потому что очень часто, я не думаю, что есть много агрономов, которые через все поле проходят. Чтобы ее увидеть, надо подняться. Вот фотография поля квадрокоптером позволит увидеть, что на поле встречаются такие круглые участки из засыхающих подсолнечников. То есть визуально это просто преждевременно как бы созревшая культура. Так как заражение в период вегетации от растения к растению не происходит, а заражение происходит только по почве, обычно эти круги растут, и заболевание это проявляется не рядами, а такими вот кругами на поле. И всегда очень хорошо видно. Особенно, когда растение находится в фазе, вот, допустим, желтой корзинки. Эти уже пораженные, высохшие. Следующее. Ну, я хочу сказать, что последние годы у нас активизируется проявление бактериозов. Бактериозов на подсолнечнике может быть несколько. Среди этого есть виды, которые поражают только вот монофаги, только подсолнечник. А есть виды широко специализированных. Все бактериозы приводят
приводит к разгниванию ткани, к расслезнению, и это расслезнение может сопровождаться еще неприятным запахом и выделением вот таких вот пенистых выделений. Они могут и белые, и оранжевые. Это ведет к искривлению корзинки, это ведет к надлому стебля, это, может быть, вообще не дает возможности раскрыться корзинке. Вот корзинка может засохнуть, вот похоже, как, допустим, с низкой засухоустойчивостью гибриды бывают. Но в отличие от корзинок, когда засухоустойчивость у нас не соответствует, здесь будут выделяться вот такие вот оранжевые тоже капли. Поражение на листьях отличается тем, что лист визуально очень сложно диагностировать. Кажется, ожог, может быть, даже солнечный. Но начало появления начинается с того, что пятно как бы мокрое, зеленое. То есть, если вы увидели разные формы проявления, то вот такое мокрое пятно будет говорить, что вот это начало, а это уже вроде как и конец. Но бактерии обычно появляются где-то до бутонизации, до звездочки, по мере роста остаются на том ярусе, которые были поражены, и дальше в вегетации мы на листьях их не видим, ну, если это вот листовая форма проявления. Таким образом, если мы рассмотрим онтогенез подсолнечника, мы можем сказать, что в период начала онтогенеза на подсолнечнике визуально видно только ложно-мучнистая роса. Есть патогены, которые с длинным периодом заражения уже произвели, вот это к черточкам показано, но признаков не видно. Но к фазе бутонизации цветения, посмотрите, практически все есть. Поэтому наша задача вот к моменту естественной потери устойчивости подсолнечника к разным заболеваниям дать возможности уже защиты, как говорится, чтобы они... Учитывая, что видовой состав может быть совершенно разный на подсолнечнике, вопрос защиты, ну, исходя из биологии патогена, четко должен быть приравнен к тому, что надо наблюдать за подсолнечником, должен быть мониторинг и выделять те фазы в своем регионе, когда он наиболее чувствителен к той или к другой болезни. Есть регионы, где развивается только ржавчина. Это хорошо, когда мы контролируем только ржавчину. Есть регионы, как у нас, когда у нас вот все, что можно, в разные годы может быть. Но в любом случае весь этот набор в один год встречаться не будет, как экономически опасные формы. И надо сделать акцент, конечно, на то, что будет. Следующее. Вот патогены, которые мы с вами не все посмотрели, но они встречаются на подсолнечнике. Значит, протравливанием семян мы можем контролировать все, кроме пукцинии и септории. Хотя, если заражение септории очень раннее, на семидоле, и, допустим, пукцинии на семидоле ржавчины, то это еще попадает под систему защиты. Вот есть у нас период вегетации, мы не можем контролировать никакие трахеомикозы, то есть грибы, которые попадают из почвы. Это вертицил, это фузариум, это пепельная гниль. И вот у нас диссекация. Диссекация мы можем контролировать только гнили. Сухая гниль, белая гниль, пепельная гниль и серая гниль. То есть те гнили, которые есть на корзинках, проведя диссекацию, мы можем приостановить их развитие. А приостановить развитие – это значит приостановить увеличение кислотности. Значит, существуют пороги экономической опасности. То есть пороги, когда надо применять защитные мероприятия. Ну, не все, конечно, ими руководствуются. Иногда, чаще всего, подсолнечник вообще не обрабатывают и думают, что потери урожая, когда мы берем гибрид, который нам прогнозируют, допустим, там 50-40 центнеров, получаем 20, и не всегда понимаем, от чего эти потери. Чаще всего это связано с болезнями. Если мы вот разделим культуры на культуры, которые очень чувствительны к вредителям и к болезням, подсолнечник, надо сказать, что болезни на нем больше, ущерб наносит. Это такие доминирующие культуры. Так вот, говоря о порогах вредоносности, практически все болезни, посмотрите, при первых признаках, ну, а чтобы первые признаки увидеть, надо ходить в поле. Вот.
А вопрос, как влияет технология обработки почвы, если мы берем крайность, минимальная обработка, вспашка, что лучше для вот этого фона, точнее для его убирания? Технология обработки почвы очень влияет на развитие подсолнечника, на возможность формирования корневой системы, на возможность питания в первую очередь. Из вредных объектов это, конечно, те патогены почвенные, они очень сильно зависят от технологии возделывания. Кроме этого, необходимо сказать, что у нас же есть еще ноутилы, да, которые в последние годы провоцируют развитие большое количество улиток, да, моллюсков. И это тоже в сторону, конечно, изменения урожая влияет. Я думаю, что еще, когда мы говорим о поверхностной обработке почвы, мы должны четко понимать, что у нас есть большой инфекционный запас, который остается на поверхности почвы. Поэтому, когда мы меняем какую-то технологию, мы должны изменить отношение системы защиты растений. То есть любая технология требует пересмотра элементов защиты растений и увеличения, наверное, на элементы защиты растений. Потому что то, что у нас остается на поверхности, это все представляет угрозу на следующий год. Необходимо, может быть, измельчать больше растительные остатки, использовать стернифаги, может быть, триходерму заносить, чтобы она приживалась. Естественно, это не результаты одного года. За один год мы никогда не добьемся результата по снижению инфекционного запаса благодаря использованию стернифагов. Можно будет дополнить. Те наблюдения, которые мы ведем, я буквально неделю назад, ассоциация сторонников прямого посева была, где готовил как раз-таки информацию, наблюдения, как вообще технология за время наших посещений по территории Российской Федерации. Очень много зависит, правильно Наталья Михайловна сказала по поводу болезней. Например, белая гниль, склероции хорошо консервируются глубокой вспашкой. Соответственно, на классической технологии мы этот фактор видим, что он более сильно влияет. В ноутиле мы сколько ездили, Песчанокопский район, Волгоградская область, Ставропольский край, мы видим, что идет снижение, получается, белой гнили в ноутил технологии или прямого посева. Если мы берем фузариоз, то есть мы изначально думали, когда ездили, о том, что фузариоза будет больше на ноутиле накапливаться. Это не так. То есть это одинаковые условия, не зависит. Пепельная гниль. Для пепельной гнили нужно, чтобы почва больше, сильнее прогревалась. Все эти слайды, информация, которая подается на ноутил конференциях, показывают, какая температура с растительными остатками, без растительных. То есть, к сожалению, на классической технологии количество пепельной гнили будет больше, потому что нет защиты от высоких температур. Чем суше почва, выше стресс, соответственно, идет большее заражение пепельной гнилью. Ржавчина. Из-за того, что растительные остатки находятся на поверхности, о чем говорила Наталья Михайловна, и телейтоспоры, то, соответственно, формируется дополнительно в ноутил технологии большее развитие по ржавчине. То есть однозначно нельзя сказать, то есть есть болезни, которые увеличиваются в ноутиле, есть, которые наоборот идет снижение. Меньше заразихи становится в ноутиле, больше запасы влаги сохранения идет. Это нужно отдельно разбирать. Еще я хотела сказать, у нас в аграрном университете есть многофакторный опыт, который предполагает, он у нас идет уже более 30 лет на одной и той же территории, это 12-типольный зернотравяно-пропашной севооборот, разные технологии обработки почвы, и на этих разных технологиях обработки почвы разные дозы гербицидов, разная система защиты и тому подобное. И этот опыт позволяет все-таки для подсолнечника выделить варианты, которые влияют на более высокий урожай, это пахота из обработки почвы. Не обращая внимания, конечно, на, допустим, инфекционный фон. Для урожая это, конечно, пахота. Позитивно, да. А скажите, пожалуйста, септориоз, порог вредоносности 10%, на слайдах, может, я не увидел его. Значит, септориоз... Насколько он актуален в нашей зоне, в Ростовской
как бы в Ставропольском крае, Ростовской области, какого вообще ущерб от него и насколько он вредоносен? Значит, заболевание септериоз, я о нем не говорила преднамеренно, это заболевание, ну, допустим, вот в 90-е годы прошлого столетия было наиболее активным среди всех пятнистостей, вызывало массовое усыхание. Потом была такая тенденция к утиханию. Сейчас среди пятнистостей, вот у нас на юге России, септериоз не имеет практически никакого значения. Но есть отдельные поля, отдельные зоны, где септериоз может начинать развиваться с семидолей. Он дает точно такое же усыхание листовой пластинки. Он специализирован только к подсолнечнику. Кроме подсолнечника не поражает никакие культуры. Этот вид конкретно, септория хелианти. Вот. В зонах, где он имеет значение, это Средняя Россия, конечно, защищать от него надо. И начало заболевания может начаться из семидолей и может начаться из 10 там, листьев и позже. Вот. Но в Ростовской области я не могу сказать. Приглашайте в Ростовскую область, посмотрим. Это Краснодарский край. Для Краснодарского края это не актуальное заболевание. Наталья Михайловна, а можно... Я вот на самом деле слушала про альтернарию и даже для себя, ну, как-то по-новому, наверное, на нее взглянула, да, имбилизия. Мне кажется, когда мы заходим в поле с подсолнечником, ну, как бы это как само собой разумеющееся уже, да? Согласны? В принципе, это уже как норма. Это вид, вид подсолнечника весь там ранним летом уже точно, да? Все-таки его значение, да, потому что мы кондитерский подсолнечник, мы защищаем. Интенсивно смотрим, да, за ним следим, как за малым детем. А масличный мы это отпускаем. То есть если у нас, как бы, если мы будем контролировать этого патогена, может быть, ваше, да, там мнение, вероятность все-таки увеличения продуктивности этого гектара, да, и как лучше, наверное, это сделать, потому что это что же идет несколько генераций, постоянное тоже как бы перезаражение и так далее. Я поняла. Значит, если мы можем сказать, что нормально можем сформировать урожай подсолнечника без листьев, тогда мы можем говорить, что альтернария не опасна. Так как развитие альтернарии в первую очередь ведет к быстрому некрозу. Нужны нам листья? Значит, надо защищать от альтернарии. Другой вопрос. Попадая на корзинку, а я вам показала, что корзинка сама по себе не поражается просто альтернарией, нужно механическое повреждение. Механическое повреждение, ну, это градобой, это в первую очередь повреждение различными сосущими насекомыми. Это в конце концов совка может, которая, как считается, что совка – это корневые, ой, это корзиночные гнили, да? Нет, она может провоцировать развитие других болезней. Это в конце концов такие вот потертости, когда сильный ветер. Попадение альтернарии приводит к... Ну, гриб по пищевой специализации живет вот таким образом. Попала на растение, выделила токсины, убила какую-то зону, потом заселила. Дальше выделила токсины, убила, опять заселила. И таким образом эта зона заражения очень быстро растет. Генерация – это момент от заражения до появления там симптомов и спор. Обычно может, в зависимости от погодных условий, быть 3-5-7 дней. То есть перезаражение очень быстрое. Грипп выделяет токсины. Есть такая альтернариевая кислота, которая влияет на качество. И все эти токсины попадают на семенной материал. И я, когда вам показывала семянки, там были видны, можно вернуться, что ни одна семянка при поражении альтернарией, то есть если это семена не протравлены, практически не проросла. То есть выделение настолько сильное, что нормальные посевные качества именно подавляются от развития альтернарии. То есть это заболевание, которое можно контролировать и нужно контролировать, вот так скажем. Вот такой вопрос из зала по как раз тоже альтернарии. Сначала на нижних листьях проявляется заболевание, а потом оно останавливается, и верхние листья у нас чистые. Вот что может тому поспособствовать? Возможно, какие-то погодные условия? Может быть, погодные условия. И может быть, устойчивость растения к этому патогену. Может быть, фаза. Значит, подсолнечник в своей, как говорится, жизни проходит несколько
периодов, когда он очень чувствителен к патогену и когда нечувствителен. Так вот, самая высокая чувствительность, в смысле устойчивость от момента формирования хлорофилла в настоящих листьях до самого такого чувствительного периода, до корзинки. Ну, в смысле, до формирования корзинки, до начала цветения. Поэтому, во-первых, проветриваемость может быть другая. Я думаю, что это естественная устойчивость. Потом он все равно заразится. Потом бывает такое состояние – конкурентность за пищевой субстрат. То есть все грибы хотят есть, всем нужна эта вот ткань, которую они поглощают. Кто первый попал, как говорится, понимаете? И поэтому, если мы будем говорить, что есть периоды, когда за месяц может быть несколько генераций, мы одной обработкой как бы очистим листья, да, но опять вы должны понимать, что бы вы ни сделали, если пятна есть на листьях, они уже никуда не денутся, они просто не будут увеличиваться в количестве этих пятен. Поэтому визуально вы придете на поле, которое вы обработали, вы можете расстроиться, сказать, вот были пятна и опять остались. Они никуда не денутся, потому что некроз – это процесс необратимый, уже не восстановит ту часть ткани, которая отмерла. Но дальнейший прирост – уже будет заметен, что листья и чище, и, естественно, реже эти пятна могут быть. Добрый день, коллеги. Кто меня не знает, меня зовут Александр. Я технический эксперт. Очень рад познакомиться. Вот если посмотреть на первые вредители, растительноядные клопы, то, что звучали. Ну, в основном, насколько я встречал, это были два основных клопа. Это ягодный и полевой клоп. Если полевой клоп, он начинает вредить с растения, может, черешки, но больше все-таки повреждения у них в прошлом году были связаны именно с повреждением корзинки. Эти повреждения в дальнейшем влияли на то, что в них развивались уже корневые гнили и приводили к снижению урожайности. Ой, корзиночные гнили, извиняюсь. Корзиночные гнили, что приводило к этому. С ними бороться, естественно, нужно проводить химические обработки. Ну, в первую очередь, это агротехнические мероприятия, это севооборот. Ну, и если уже это не помогает, это химические обработки, в принципе, продуктами, которые зарегистрированы. Вторая основная проблема на этом слайде – это чешуекрылые вредители. Сейчас мы наблюдаем именно, так сказать, можно подъем численности чешуекрылых вредителей в поле. Это как и хлопковая совка, так и луговой мотылек. Мы видим, что идет нарастание численности. Идет нарастание не просто даже численности, количества вредителей, но и увеличение количества поколений. Сейчас уже у нас на юге, в Краснодарском крае, если раньше было там два поколения, сейчас уже четко проявляется три поколения хлопковой совки. Это о чем говорит? Это о том, что говорит, что одной обработки вам может не хватить для борьбы с ней. Поэтому нужно четко мониторить, использовать феромонные ловушки. Как, если луговой мотылек можно проще побороться, то хлопковую совку нужно четко мониторить, определять выход и уже в зависимости от, по феромонным ловушкам начинать обработки и проводить, даже уже можно сказать, что до двух обработок проводить против хлопковой совки на подсолнечнике, чтобы избежать именно повреждения. Если первое поколение у хлопковой совки, оно будет вредить больше, объедая лист, стебель, то второе, третье – это уже больше поколения, которые вредят именно дальше туда генеративным органам, корзинкам, и также вызывать повреждения, вот как здесь на рисунке, они будут в дальнейшем вызывать именно корзиночные гнили, что также повлияет на урожайность не просто от повреждения листьев, снижения урожайности, но и повлияет на качество. Следующее. То, что активно развивается в последнее время, это сосущие вредители. Я бы больше остановился на цикадках. Если тли – это все-таки сухая весна, больше проявлений, основная их вредоносность будет в этот период. А цикадки в последнее время уже и в определенных условиях. Многие путают иногда первую вредоносность цикадки, вот спасибо Наталье Михайловне, что путают с болезнями. Когда происходит, вот видите, первый некроз, лист еще не полностью побелел, от этих точек, от сосущих, происходит первый некроз, и многие путают его с заболеваниями. Нужно четко определять, это не всегда заболевание. Нужно смотреть, иногда это может быть и вредитель цикадки. На самом деле вредоносность еще пока до конца от нее не изучена, но вы видите, насколько он влияет именно на развитие хлорофилла листей. Естественно, это снижение урожайности. Тоже нужно понимать. Следующее – грызуны.
как вы сказали, это один из основных вредителей. Здесь, естественно, это использование отравленных приманок и все остальное для борьбы с ним, может быть, даже перед посадкой, перед полем, в предыдущих полях, потому что идет она после пшеницы, и они там более активно развиваются. Если там не боролись, дальнейшее будет развитие. Повреждения моллюсками. Говорили повреждения моллюсками, но, насколько я знаю, коллеги меня поддержат, это все-таки проблема именно нулевых технологий. Это нулевые технологии. Для классических технологий выращивания это не такая большая проблема. Но если смотреть на нулевые технологии, то уже я знаю, что начинается применение моллюскоцитов. По-моему, зарегистрированных у нас очень мало продуктов. Даже, по-моему, нету зарегистрированных. Но только это во время сева, либо внесение в борозду, либо на поверхности, либо сверху дальше обрабатывание, применение моллюскоцитов, оно только такое сможет помочь решению проблемы. И еще один, никто не упомянул, но у нас это в последнее время активно развивается вредитель, это южная подсолнечная шипоноска. Как уже говорили, основная проблема, почему развивается у нас этот вредитель именно, это перенасыщенность полей подсолнечником. Если мы бы держали стандартный классический севоборот, где 10-15%, это так сильно бы этот вредитель не развивался. Но когда у нас достигало до 30-40 по разным зонам нашей юга площади подсолнечника в севобороте, естественно, он активно. Основные способы у него борьбы с этим вредителем – это, в первую очередь, агротехнические. Это так как личинка зимует в растительных остатках, то это нужно проводить лущение, это вспашка зяблевая после подсолнечника на 23-25 глубоко с оборотом пласта. Это поможет побороться с этим. Ну и пространственная изоляция полей подсолнечника между собой, если они на поле, если вы знаете, была шипоноска, то пространственная изоляция поможет избежать не менее, по-моему, 500 метров, насколько я знаю. Сказать по порогам вредоносности, насколько порог вредоносности, они варьируют по-разному. Вот Наталья Михайловна говорила, что в то время, когда она училась, говорили 30-40. Последние источники я видел 15-20 личинок на одно растение. Но это уже экономический порог вредоносности, который может привести... Да, к полной гибели. Вообще 2-3 это уже на одно растение приведет именно к снижению урожайности. Как можно определить? В первую очередь шипоноска, она откладывает яйца в черешках вот здесь. Она прогрызает, перед тем, как отложить яйцо, прогрызает и откладывает одно яйцо в черешок. И видно, вот как раз вот образовывается вот такой вот некроз, черное почернение вокруг именно откладки. Это можно посмотреть первые признаки откладки. В основном шипоноска, она может начинаться от сходов до 4, первый вылет до 4 листьев. И обработки, если проводить после нее обработки, это начинать с 6-8 до 12 листьев. Самое вредоносное на подсолнечнике может быть именно как раз раннее заселение шипоноской. Оно более будет вредоносным, чем позднее заселение. Вот если от сходов начиная, это будет более вредоносное и более раннее именно заселение шипоноски. Это вот основные вредители, которые я хотел вам рассказать. Кратко, потому что мы уже немного задерживаемся. Что ожидать в следующем году? Если касаться чешуекрылых вредителей, я могу так сказать, что подъем численности будет продолжаться. Мы еще не достигли. Ну как, чешуекрылые вредители, они развиваются по волнообразной этой. Пик, потом снижение, потом опять поднимается на пик. По моему мнению, мы еще не достигли этого пика, когда бы вышли на хлопковую совку и на лугового мотылька. Кроме того, если луговой мотылек, еще, может быть, мы пик достигнем и пойдем на снижение, но хлопковая совка, благодаря тому, что это полифак, и развиваться уже стала на более широком круге вредителей, у нее ареал развивается. Те культуры, допустим, тех же спецкультурные яблоки, которые раньше не повреждались хлопковой совки, в последнее время начинают активно повреждаться. Это говорит о том, что будет дальше нарастать не просто
количество, а и поколений. Вот сейчас мы достигли трех поколений стандартно и три поколения по прошлому году. Можно сказать, что они уже будут четко переходить к трем поколениям, потому что первое поколение, если, грубо говоря, развивается 40 дней, а последующее поколение прирост температуры уже снижается до 25 дней между яйцом до имага у хлопковой совки. Получается, что и наложение поколений, и это все увеличивает ее вредоносность. Поэтому чешуекрылых вредителей у нас будет рост. Шипоноска, пока мы не перейдем к более высокой технологии, тоже будет рост. Сосущих тоже рост в зависимости от погодных условий. И, в принципе, клопы, цикадки, тли – это тоже рост. Поэтому контролируйте свои поля, введите мониторинг, если необходимо, делайте обработки.